Я мастер Евгения, парикмахерский барбершоп «Шерлок». Сегодня к нам пришел Михаил, и будем показывать одну из техник бритья – королевское бритье. Эта техника отличается от классической тем, что бритье идет в обе стороны. И сейчас я вам наглядно покажу. Поднимаем клиента в горизонтальное положение, чтобы было удобно. Нормально, не горячо? Горячим полотенцем мы распариваем, чтобы улучшить бритье. Эта процедура может занять от 5 до 15 минут в зависимости от толщины щетины. Наш салон работает на оригинальной косметике American Crew и Примороз. Сегодня мы будем использовать крем Примороз перед бритьем. Этот крем позволяет избежать дополнительного раздражения. А теперь мы делаем пену. Пену лучше разводить на водяной бане. Так она лучше будет наноситься на лицо. Должна быть такая воздушная. Вот, вот такая она должна быть. И круговыми движениями начинаем наносить. Берем шаветку для бритья, которая проходила несколько степеней дезинфекции. Достаем из крафт-пакета. Приступаем к бритью. Самое главное здесь натяжка кожи, чтобы не поранить клиента. Во время бритья кожа не должна быть сухой, поэтому мы постоянно обновляем пену. Определенные участки лица, где нужно быть особо осторожными. Это над губой и кадык. Для повторного бритья мы меняем лезвие. Берем крем и наносим тонким слоем, чтобы было удобно брить. Крем дает дополнительное скольжение. Теперь мы пальцами прорабатываем те участки, которые мы не доработали. Луковички мы распарили, а теперь под холодным компрессом они у нас закрываются, и кожа становится идеально гладкой. Делаем последние штрихи. На этом наше бритье окончено.